Ивановские коммунисты окончательно похоронили честные выборы. После думской избирательной кампании прошло уже больше года. Однако разговоры о фальсификациях не стихают до сих пор. Коммунистическая партия Российской Федерации даже подала иск в Конституционный суд о признании выборов недействительными. Ивановские коллеги решили поддержать соратников. Как выглядят честные выборы, партийцы, видимо, так и не решили. Поэтому в гроб положили портрет президента, гаранта Конституции. С помощью такого нетонкого намека коммунисты вновь обратили внимание горожан на нелегитимность прошлогодней избирательной кампании. Говорят, вот я голосовал там или голосовал за коммунистов, а почему-то победили совершенно другие люди. И вот я считаю, что здесь что-то с выборами нечисто, что выборы все-таки какие-то неправильные. И вот здесь нужно всем думать, как сделать так, чтобы выборы были правильные.